домой. Как вы думаете, куда мы едем? На дачу. На дачу. Правильно. Мы едем на дачу. Сумки. Три сумки, мусор выкинуть. Всю неделю выносили мусор. Идет? Идет? Давай скорее садись. Сейчас домофон. Кому что? Но Диме надо копать срочно. Да? Так выглядит забор соседей после зимы. У него мало чего осталось. И вот так выглядит наш замечательный участок. Кто новые с нами подписчики. Яблонка цветет, как красиво. Красные яблоки, эти, как их, цветочки, травка, газончик, одуванчики. Тепло, хорошо. У нас сегодня мая, начало мая, 8 что ли? 7 или 8 мая, не помню. 8, по-моему. Сейчас достанем. Вспомнил, что там вода. Дима, не трогай! Нельзя! Нет, не знаю, что там. Для птичек там что-то. Не трогай там, ради бога, ничего. Дима, не ходи по цветам. Просушиваем одеяло. Все развесили. Нет. Раньше на заборы вешали. Теперь забор плохой у нас. Иди там, не ходи. Там, не ходи. Птички поют как? Как они поют? Вот под стулом. Да, вот это вот. Да. Надеюсь, вам слышно. Елочки еще больше стали. Че ты там ходишь? Петунии купили по 50 рублей за штуку. Три цвета. Женщины прям много. Целый бизнес. Шишечки. Шишечки. Они, кстати, шишки почему-то не горят. Ой, их тут много. Шишечек. Мне кажется, это не шишки, а веточки. Елки новые. А тут много шишек висит, прям много. Мы, кстати, с вами скрывали шишку в прошлый раз. В этом году надо... А, из них варенье, кстати, делают. Из молодых шишечек. Что-то я хотела в прошлом году, поздно узнала, как делается. Надо маленькую баночку с вами попробовать сделать. Напишите в комментариях, кто хочет. Попробовать. Ну, жалко, наверное. Хотя они все равно подваливаются, от них толку нет. Наполовину, видите, дерево цветет, а наполовину отдыхает. Пополам. Да, чего? Что там у тебя? Кстати, это так очень удобно, одна половина. В прошлый раз та половина была, а в этот раз это. Давайте насладимся птичками. Качели. Смотрите, с той стороны как прозрачно. Лес такой по весне прозрачный. Все видно. Там даже дом виден. Угу.
Тут тоже все видно, никого нет почти на даче. Диме веночек на голове. Какой красивый Дима. Какой Дима красивый, улыбайся. Лайки. Лайки. Лайки, лайки, лайки. Ой, какой красивый. Что у тебя там, показывай. Пистолет? Нет, но в руках. Что у тебя в руке? Пистолет? А если что? Венок красиво Диме идет. Ну, что ты? А ты там что делаешь-то, Дим? Яблоки снимаешь, что ли? Я еще нет. Не выросли. Не выросли еще? Не выросли. Вижу, не выросли. Ба, тут ветка сухая, да. Что ли? И вон тут. Замерзли. Ты работаешь? Дим, ты работаешь? Ты это обдираешь, да, вот тут я смотрю, вот. Обдираешь? Какая. Полно у этого дерева-то. Обдирать еще много. Какая у него щечка большая. Прям для поцелуя щечка. Ты о чем думаешь-то? Я тебя нападала. Да. А там видишь, какая у нее кора тоненькая, хорошая. А тут видишь, какая уже вся в трещинах. Ей много лет уже этому яблоке. Яблоньке. Ей уже 20 с лишним лет. Сколько ей? 23, 24. Она старше тебя. На 20 лет целых. Ты работаешь тут, да? Аккуратно смотри, чтобы тебе в глаз не попало. Выше себя не надо, Дим. На уровне. О, тут какая. Не помню, ты тут что еще сеешь параллельно? Корою. Глазки прикрывай, Дим. Ты маму любишь? Ты любишь маму? Ты занят? Ребенок. Занят. Так ты занят. Тебе не до мамы, что ли, сейчас? Что ты делаешь? Себя трогаю, поцеловать хочу. А? Ты маму поцелуешь? Поцелуешь? О, у тебя кора вон тут. И какой козы. Козявчатая. А сам ободри. Сам ободри. Я тут глину делаю для дерева. Уже это. Мама там копает. Есть чем-то заняты, ребенку дела. И соседи приехали, там наши соседи. Шашлыки жарят, а мы нюхаем, сидим. Иду так. Хорошо, давай так. Промахнулся, да? Давай, давай. Вот, сбивай. Аккуратно. По пальцам не шибани. Дима.
Он разве не был таким? Надеюсь, что вам было видно этот кусок. Так я здесь обрабатываю деревья. Как художник прямо. Залечиваю раны. Глубоко туда прям закладываю этот. Сейчас буду делать вот тут вот. Сложный очень момент. Здесь уже где-то я... А вот тут был кусок. Вот тут я прям полностью заложила, чтобы там никто не лазил со всех сторон. Сейчас буду... Во, вон там вот. Там вот, видите? Прям вот кусок туда надо вложить каким-то образом. А то там болеет потом дерево. Там муравьи вон лазят уже по ней. Здесь вообще непонятно что. Короче, лечу деревья, занимаюсь лечением. Вон там тоже дерево залечило. Чуть-чуть осталось там по бокам. И останется у нас с вами самое сложное дерево вот это. Вот отсюда просто текет прям. Очень сильно текет. Там надо чистить все хорошенечко. Оставлю его напоследок, чтобы не зацепить от него другие деревья. Короче, лечим с вами сад. Все цветет, смотрите, маленькие деревицы. И все в цвету. Это вишня. Азат. А там тоже у соседей. Азат. А запах какой стоит, не представляете. Азат. Здесь. Есть такой запах. Азат. Мам, Азат. Мам. Чего? Азат. Азат. Сейчас пойдем. Что ты боишься-то, господи? Ну, назад! Назад! Дима, назад! Мам! Ой! Назад! Подожди, идем сейчас. Ой. Не надо, не цени меня. Ну. Какая красота! Ой. Тихо! Назад! Что, соседи-то? Как пахнет вкусно, обалденно. А птички поют. Азат.